Приветствую вас. Мне кажется, что в данном случае имеет место быть перенос. То есть вы переносите на другого свою негативную энергию, свои негативные переживания, свои обиды, может быть, и так далее. Видите ли, ваша потребность, ваше непозволение кому-либо, кроме вас, критиковать и обижать ребенка, очень сильно похоже на то, что он для вас кто-то больше, чем просто ребенок. Вот вы говорите, что вы уже относитесь к нему как к взрослому, и это, безусловно, потребность вашей психики. Это ваша личностная потребность относиться к ребенку так, как будто он взрослый. И вы не можете относиться к нему по-другому, потому что у вас у самой есть проблема. Психологические травмы, в частности, это отношение к вам, вашего мужчины, отца, ребенка. В частности, это, скорее всего, взаимодействие с вашей мамой и так далее. Я бы вам здесь порекомендовал бы для начала прислушаться к рекомендациям эксперта Лидии. Она вам все достаточно подробно и, на мой взгляд, очень ясно расписала. А от себя хотел бы порекомендовать вам подыскать для себя способы релаксации и проработать обиды. Дело в том, что по всей вероятности, ребенок для вас — это продолжение, возможно, вашего отношения с мужчиной. И вот как вы сейчас воспринимаете обиду на мужчину, да, как вы позволяли ему с собой так обращаться, так и как тогда вы это делали, так и сейчас. Вы, по сути дела, проецируете уже подобное на ребенка. То есть, как бы причины, они лежат, возможно, в физиологическом аспекте, но, скорее всего, в психологическом. То есть, это ваша неуверенность в себе, заниженная самооценка, обида и не имеющая выхода агрессия. Агрессия в данном случае — это наличие противоречий между тем, что есть у вас, то есть ваши внутренние противоречия. И если говорить о том, что вам делать, то ребенка лучше отдать пока вашей маме, самостоятельно с ребенком не контактировать, потому что ничего хорошего вы сейчас на данный момент ему дать не сможете. Вам нужно привести себя в норму, работать с психологом, пройти медицинское обследование обязательно и, возможно, завершить отношения с вашим мужчиной и отдельно поработать над теми аспектами, над теми моментами, над теми вашими субъективными причинами, которые позволяли вам терпеть такое отношение. Ну, в частности, если ваш мужчина, как вы говорите, вас бил и унижал, а также изменял, в частности, как и зачем и для чего вы родили от такого человека ребенка, что вам и двигал в этот момент. И вот это противоречие одно из нескольких, который вам предстоит разрешить для себя.
Потому что по-другому ваш вопрос, вашу линию поведения просто-напросто никак не разрешить. Проблема серьезная, от нее страдает ребенок, поэтому если вы его любите, срочно выбирайте эксперта на нашем ресурсе и начинайте с ним работать. Причем я рекомендовал бы вам рассчитывать на больше, чем один раз. То есть, вполне возможно, потребуется регулярная терапия. Регулярная терапия. То есть, вплоть до, например, того, что вы не выражаете своего недовольства ребенку. То есть, прям вот даете себе установку, что ребенка отныне вы вообще не трогаете, да, то есть ничего плохого, ничего негативного вы ему не делаете, а вот с психологом вы все это выплескиваете, потому что мы это именно те люди, которые выслушивают негатив от других людей. И лучше будет, если вы этот негатив выплеснете нам, чем вы, по сути, будете проецировать его на ребенка, который, ну, по сути, не имеет никаких средств и не должен иметь средств в этом возрасте, которые помогли бы ему вам, которые помогли бы ему себя защитить. То есть, по сути, это беззащитный человек, беззащитный мальчик. И вот вы просто осознайте это, что, по сути, вы дали жизнь человеку, но при этом эту жизнь превращаете в ад. И правильно ли вы движетесь? Вам нужна мотивация самой для того, чтобы изменить свою жизнь, изменить свое отношение к ребенку и к себе сам. Вы не можете любить ребенка на самом деле. Знаете, вот в этом тоже большая проблема. Вот вы говорите, я люблю ребенка, я его люблю очень. Вы его не можете любить, потому что вы не любите себя. А себя вы не любите, потому что позволяли своему мужчине обращаться с собой очень плохо. Любящий себя человек так не позволит с собой обращаться. А это значит, что вы не любите себя, а раз не любите себя, то не можете любить и своего ребенка. Вот такая вот несложная схема. И пока мы не поймем, что мешает вам любить себя, что мешает вам принимать такой, какая вы есть в себе, вы не сможете нормально взаимодействовать с вашим малышком. Решать, что делать, исключительно вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!